Всем привет, с вами снова я, Иван Сусанин, и мы продолжаем игру Block Story где-то внизу в подземном мире. Я так и не понял, на самом деле, до конца, как пользоваться вот этим вот счетчиком FPS. Что значит 700 блоков? Вот вы говорите 700 блоков вниз. Как может быть 700 блоков вниз, если я уже стою неизвестно на каком глубине, непонятно где нахожусь, да? Вот вроде бы я очень низко, но до Dark Boss'а я не дошел. Вау, вау, вау. Вроде бы, если думать вот тут, Chunks, если сравнивать с этим, да, то она может быть, но смотрите, она нисколько не меняется, и я вообще не знаю, что это значит все. И поэтому я даже не представляю, куда дальше идти. И, по-моему, стоит убрать вот этот вот счетчик FPS. Он только напрягает лишний раз. Он только меня путает. И я не совсем понимаю, как обнаружить глубину с его помощью. Может, вы подскажете, если вы знаете точно. А я, наверное, все-таки его уберу. Все, счетчик я убрал. Пойдем, по крайней мере, пойдем вот так вот. Может быть, все равно до куда-нибудь дойдем? Ведь не может же быть так, чтобы идти в глубину и куда-нибудь не дойти. Все равно же куда-нибудь можно будет прийти, да? Как говорила Алиса в «Стране чудес». Ведь не может же такого быть, чтобы если ты спускаешься вниз, обязательно с другой стороны не было чего-то такого, что могло не быть. То есть я имею в виду, может быть, на той стороне люди ходят вверх ногами? А? Вы не в курсе? Я тоже пока. Давайте посмотрим. Может быть, найдем. Черепки я продолжаю собирать. Не дарк боссов. Вот эти вот скелетики, они так и ходят. Здесь как бы давая мне задание. А вот как найти мне мага, которого нужно наказать, и других скелетов ужасающих, и дарк босса, я даже не имею представления. Но если вы говорите, что надо идти в море, то а это что? Почему тогда вот это адский камень? Да, если вот это вот не ад, где тогда искать, если вот это не ад? А зачем тогда дьявольский камень именно здесь находится? Дьявольский камень должен быть, наверное, все-таки. И сера тоже, она рядом с дьяволом всегда должна была быть. И вроде бы как бы должна и есть. Но почему-то, к сожалению, я вижу... Воу! Только вот этих вот монстров, единственные враги мои здесь. Кстати, слинки... Слинки. У меня потерялся Слинки. Давайте вернем его. Так, у меня кончились мечи? У меня кончились мечи. Так, или я выбросил их? Я потерял мечи, ребят. Я потерял мечи, я их... А, фу, блин. Ой, я не мечи потерял, я, короче, что-то другое потерял. Мечи у меня на месте. Может быть, все-таки... Сюда фонарики тогда поставим. Блин, мне сейчас довольно сложно будет сделать здесь эти факелы. Ну, я и не буду, наверное, этим заниматься. Просто сейчас... Давай, Слинки. Сделаем так, чтобы Слинки появился у нас. Так. И продолжим наш путь дальше, в глубины. Вот не знаю, как и что нужно делать, чтобы дойти и до конец... Вау, найти, наконец, самые... глубокие глубины. Да, FPS у меня действительно не падает, он довольно высокий. По сравнению с тем, что было раньше. Но я здесь опять никого не вижу. Никаких врагов, кроме тех же самых, которые были довольно давно уже у меня. Так, тут спуск. Это что за скелет? Это танцующий скелет, чё мне его бояться, да? Блин, а где же враги-то мои? Слинки! Слинки! Куда делся мой Слинки? Появляйся, Слинки. Ты чё пропадаешь у меня, а? Я вообще не понимаю. Куда ты пропадаешь у меня, Слинки? О, здесь их стало больше. Может быть, здесь ближе к потустороннему миру, ближе к аду, а? Где Dark Boss? Dark Boss! Не могу его найти.
Я спускаюсь все ниже и ниже, и уже не знаю, на какой глубине нахожусь. Я говорю, если вы знаете, может, вы мне подскажете, как все-таки с помощью вот этого... Ух ты! Не, я слишком глубоко спускаться не буду, я не долечу. Просто не долечу, я бы не долетел, если бы летел сразу вниз. Вау. Слинки, ты куда? Он упал вниз, Слинки. А этот полез, похоже, за ним. Ох, какой ужас. Нифига себе глубины, а я до сих пор так и не могу найти ничего подобного. Ну ладно, походим здесь. Пособираем вот эту слизь, допустим, да? Слизь. Слизь. Да нафиг она нам не нужна. Пойдем вниз. Слинки! Лови меня! Лови меня, я сейчас приду! Вау! Нифига себе, еще выше, ниже, еще самый низ. Мы ушли куда-то вообще невероятно высоко, низко. Спустились. Хоть действительно в лаву падай, блин. Чтобы найти этого дар. О, Слинки вообще пофиг. Он даже по вот этой лаве пойдет спокойно. Ему вообще без разницы. Он вообще никого ничего не боится. А я буду перепрыгивать ее. Эту лаву. Так. Ну, помучимся еще сколько-то. Так, вон я нашел. Я нашел их. Вон они. Короче, это враги. Вот это вот уже точно враги. И вот против них Dark Knight. Будет сложно. Вау! Нифига себе, он с одного удара меня зафигачивает. Целую жизнь у меня забрал, а. Уходим. У меня лук бы был, было бы вообще классно. Сейчас буду бегать. Так, он бегает за... Пока он... За моим слинки бегает, я его буду мочить. Интересно, что с него выпадает? Я не помню. Я не помню, что с него выпадает. Эй! Уходим! Уходим, уходим! Да. Мне бы, как бы, знаете, что нужно его? Предпочтительнее так. Ах, он ударил опять меня. Предпочтительнее взять... Вы слышите его? Это маг! Он где-то рядом. Мы нашли, наконец, уже, похоже, самое дно этого всего безобразия. О, господи. Он танцует, он тоже танцует. Блин, он меня ударил. А, их двое! О, давайте своруем у него. Это же он, да? Его спавн. Или нет? Или вот это его? Вот это точно его. Да, мы с вами поквитаемся попозже, когда я с вами появлюсь на поверхности, да? Мои друзья вам быстро по черепушке надают. Так, ну а где Дарк Боск? Мне хотя бы его спавн найти, да? Тоже было бы неплохо. Я слышал где-то мага, но где? Сейчас, так сразу. Слышишь? Я слышу. Слинки, слышишь? Вон он, наверное, это вон там маг. Блин. Так страшно становится, а? Это маг, нет? Нет, это не маг. Давай спускаемся ниже. Он где-то ближе стал. Это маг? Вон он, маг! Я его нашел! Я его нашел! Блин, мне бы его спавн. Меня поджарило! Я горю! Ху-ху-ху. Я подобрал, интересно, его спавн. Скелетон маг. Да! Я думаю, мы спасем вас, скелетики танцующие. Я вам помогу. Кстати, вы сами можете убить. Смогут они убить его. Вот этого мага. Он тоже танцует, да? Но мне нужно найти сейчас Дарк Босса и хотя бы его спавн взять. Ух ты, вон там что такое? А, там тоже маг, наверное, да? По-любому, там просто маг тоже. Слышишь? Слинки, слышишь? А, ему похоже вообще пофигу. Слушайте этих магов. Так, а если я... сейчас надо подкопить немножко жизни, попробовать убить одного мага. Сколько у него жизни? Маг, сколько у тебя жизни? 150. У него меньше жизни, чем у... Ух ты. У него меньше жизни, чем у скелета, который... Дарк. Скелета, который там нам встречался. Ну вот, я наконец добрался до какой-то глубины, я не знаю. Минус 753.
чуть пониже, чем мне сказали, x. Кстати, не минус 700, а просто 700. Если было бы минус, то я понимаю, тут вниз. Если вы знаете систему координат x, y, z, то x-овой это как раз вот вверх-вниз. То есть, где идет минус, значит идет вниз, а это вверх. Не совсем понятно, короче, как тут все это, координаты эти все распределяются. Как с этим всем разбираться? Так, ладно. Давайте попробуем, если меня вот этот маг не убьет. Блин, тут жизнь довольно медленно восстанавливается. Плюс 0,2. Может быть попробовать, когда я буду прокачиваться в следующий раз. Вот тут вот. Восстановление здоровья. Есть такая штука? Урон магии, мана. Скорость ходьбы. Нет, нету такого. Это просто здоровье. А восстановление здоровья его нету. Блин, жаль. Я-то надеялся, что такая штука есть. Сейчас мы ищем Дарк Босса. Я думаю, что найдем. Я думаю, это будет не проблема найти его здесь. Дарк Босс, это вообще не проблема. Так, ну, я хочу еще вот этого мага попробовать одного завалить. Конечно, это будет сложно. Но я постараюсь. Мне, кстати, немного не надо спавнов этих врагов жизни. Я обязательно для них сделаю специальное место, куда можно будет их загонять и где целыми массами наших друзей их гасить и убивать. Вот эти же скелетоны могут легко вот этих вот дарк-боссов, этих магических скелетов. Я чуть не попал опять в лаву, блин. Тут лава была. Фу, испугался только зря. Ёлки, он спустился прямо в лаву, я не могу его долбить. Ну, по крайней мере, я еще могу взять его один спаун, похоже, сейчас тут вот. Пока он там где-то бегает. Вот и все. То есть, если мне понадобится вдруг еще где-то спавн, я обязательно воспользуюсь. Так, ну что, маг, вылазь. Вылазь, маг. Он не может меня достать. И не, мне интересно, вот что из него выпадает. Из него же вроде выпадают эти. Ах ты, блин. Нифига себе он меня ударил. Из него, по-моему, выпадает... Кто меня ударил? Он же. Он же, да? Еще один удар. Нет, еще надо бить. Уходим, уходим. А, теперь он будет от меня убегать. Из него выпадают магические мечи, по-моему, нет? Убегай, убегай. Но он не может убежать, потому что мечи его мешают. Ему сбежать. О, там еще один появился. Уходи, уходи от меня. Бойся меня, бойся. Он провалился и ушел. Убежал, убежал. Но ему, по-моему, на помощь сейчас поможет вот этот Dark Knight. Dark Knight. Фу, страшно-то как. Вот он рядом, рядом, рядом. Мне его убить-то... Все, я его убил. А что из него выпало? Кость. Только кость. Да, вот этот посложнее будет враг, так что, наверное, мы его убивать не будем. Пойдем дальше. Фу, на самом деле очень страшно как-то тут. Но я тут уже нашел, нашел, нашел я вас. Враги мои, я вас нашел. Теперь я вас поквитаю. Даже если я вас сейчас не убью, если вы убьете меня, то мне будет легче потом убить этих магов. А вот Дарк Босса я бы нашел с удовольствием. Спускаемся вниз. В самый... Так, о, смотрите, как много этих летающих. И тут маги где-то есть. Дарк Босс, наверное, еще ниже, да? Скорее всего, по всей вероятности. А этих тут вообще много, вот этих ползучих гадов. Не знаю, как их обозвать-то лучше. Ползучие гады, как вас обозвать? Правильно. Так, ну ладно, тогда спускаемся ниже. Вот мимо них пройдем, попробуем здесь. И там дальше, может быть... Слинки, ты меня не пугай сам тоже. Вау, их тут все больше и больше, я смотрю. Блин, как же туда спуститься-то? Рискованно. Вау, тут их вообще дофига. Уйдем, спрячемся, сбежим. О, вот эту штуку я хочу. Ее рубить, конечно, дольше простыми кирками, но, с другой стороны, зато у меня она будет.
А Наптаниум, если я не ошибаюсь, оно находится в самом низу, в самом аду. Ну-ка. Точно, Наптаниум. Классная штука. И тут его, кстати, побольше. Ну, давайте пособираем, может, Наптаниума немножко, а потом пойдем ниже и будем искать Даркбосса. Думаю, хорошая задача, а? Задание. Кстати, у меня для заданий, по-моему, Наптаниум пока никому не надо. Потом он понадобится в больших количествах. Этот самый Наптаниум. Для каких-то мечей, да? По-моему. И, по-моему, еще для чего-то. Сейчас я так быстро не вспомню, для чего он нужен. Может, вы подскажете, если вы помните. Я как бы не особо как помню это все. Что там? И для чего там? Поищем, найдем. Ох ты, да тут, блин, тут целые залежи этого Наптаниума. Кирок, главное, бы хватило. Но я думаю, что у меня хватит кирок, потому что у меня их много. И в лаву бы не свалиться, тоже хорошо. Единственное, рада, что лава не перемещается, как и вода. То есть, если я разрушу камушек, она не выплывет сюда. Да, конечно же, такими игроками похуже, но я, конечно же... Блин, какая глубина, еще глубже Наптаниум. Ну, мне-то что, я собираю. Мне нисколько не жалко. Я буду его тут собирать. Несколько штук соберем для будущих экспериментов. Мне кажется, это будет очень даже выгодно. Тем более, забираться так глубоко вниз, под землю, не самое приятное задание, занятие, естественно. Я Даркбосса. Сегодня моя самая главная задача — найти Даркбосса и отдать, может быть, еще так, кое-какие вещи этому мистеру Гоблину. Так, вон там кто у нас? Ты кто? Давайте какое-то определенное количество наберем вот этого Наптаниума. Ух ты! А откуда этот здесь? Это двоюродный брат, вы помните этого? Хозяина леса. Нет, Барлок! Вау! Он догоняет меня! Он издалека меня увидел, а? Барлок! Ё-моё! Откуда ты здесь? Блин, нам придется сейчас сваливать отсюда. Слинки. Уходим! Уходим, Слинки! Догоняй! Догоняй, ты будешь сзади и будет все нормально! А? Обогнал? Он тебя ударит сейчас! Слинки, уходи! Уходи, Слинки, уходи, уходи! Уходи, сбегай от него, блин! Ну сбегай же, Слинки! Он же убьет тебя, беги от него! Иди сюда, Слинки! Слинки, ну Слинки, ну Слинки! Похоже, все, хана ему. Блин, он убил моего Слинки. Ну, козел. Ну, гад. Ну, ладно, ладно. Мы-то сделаем вот так вот. О, Слинки, привет. Привет, Слинки. Мы опять вместе. Так, ну давай искать Даркбосса где-то. В ближайшем месте. Ай, чуть не упал прям на этот. На лаву. Так, а сколько у меня сейчас накопится этого самого Наптаниума? То ли под мечи, то ли под щиты он какой-то нужен, я не помню. 21 уже. А Наптаниум? Ладно. Будем собирать его, наверное, в более безопасных местах, чтобы не так страшно было. Чтобы меня никто там не громил и внезапно со спины не заходил. Так, вон. Около 50 насобираем, я думаю, будет достаточно. Для начала. Потом, допустим, когда нам нужно будет очень много Наптаниума, мы спустимся специально сюда за ним. Правда, глубоковато, конечно, идти это все. Самый низ. Так, где он? Где? Блин, он нас заметит. Давай-ка мы лучше пройдем мимо. Еще глубже попробуем спуститься. Может, там насобираем Наптаниума лучше. Ух ты, а тут их много нафиг. Ёлки-палки. Еще один. Слинки, ты где? Слинки отстал, что ли? Я не знаю. Вон он. Блин, как он медленно передвигается. Слинки. Догоняй, Слинки, меня. Не отставай сильно, а то я боюсь за тебя. Ты скоро опять можешь умереть.
Мне не хочется этого. Так, давайте проверять, что у нас 50 накопилось вот таким вот образом. Поставим его вот сюда вот лучше. Это, наверное, быстрая панель именно для этого, большей частью для этого сделана, чтобы вы знали, сколько вам, допустим, хотелось бы собрать, и вы просто видите, вот 30 штук надо мне осталось собрать. Осталось 20, допустим. Ну, при желании, так вот. Все зависит от вас, что вы хотите, то вы... Оу, землетрясение! Не люблю я землетрясение, тем более под землей. Под землей я вообще ненавижу землетрясение, потому что тут воды нету. Против этого. Вау! Я попасть не могу по этому кирпичу, блин. Меня колбасит. Во, все, кончился. Блин, нифига не кончился. Да, небольшое землетрясение было. Ладно, от этого легче нам будет. Так, ну давай, идем дальше. Я хочу найти Dark Босса. Ты хотя бы нюхом, что ли, проходил и смотрел слинки? Вау. Спускаемся вниз. Ай, ё-моё. У меня чуть еле-еле хватило запаса моего маны. Блин, надо скоро делать меч. У меня нету костей. Вы помните, да, что кости нужны? Ну, сейчас я вылезу наверх, допустим, натравлю на вот этих магов кого-нибудь, своих друзей. И они быстро насобирают для меня этих самых... сколько там на? 4? 4 кости. Чтобы хоть немножко у меня маны было для запаса. А на этот... Щит. Я, насколько помню, вот у меня, я не знаю, может у меня сломанная игра была из-за этого, но щит, вот я столько щитов наделал, и вот ни один щит у меня не потратился. То есть я все время с одним и тем же щитом ходил, просто ходил, и он у меня не тратился. А может быть в новой версии это все исправили и сделали немножко этим посложнее, что может он убавляется, вот этот вот самый... Так, у меня не хватит спуститься вниз. Надо подождать. Ждать-то уже некого. Некогда ждать. Блин, ну давайте вперед ныряем. Вперед, успел, нормально все. А тут вообще никого нет уже, опять никаких боссов. Я так и не могу дойти до босса. Не знаю, на какой я глубине уже нахожусь сейчас. Ну, может быть, уже 800, а? По иксу. По иксу 826, да. Да, вот теперь я понял, да, на самом деле по иксу вниз, но почему-то там обычно, если в системе координат вот идешь вниз по иксу, то получается минус, а тут получается почему-то получился у нас 51, все, хватит. Я думаю, что набрал я достаточное количество, давайте искать опять Dark Босса. Кстати, а сколько я слизи насобирал? 10. Может быть, слизи еще пособирать побольше? Опять вы. Давайте слизи тоже насобираем, штук 50. Для экспериментов, для будущих. Так, для этого мы просто перестанем 50 слизи. Поставим и сделаем это. И, я думаю, найдем Dark Босса. Почему бы нет? Я хочу... Блин. Вот эта слизь, она очень медленно добывается. По сравнению даже с тем же анаптаниумом. Анаптаниум гораздо легче его собрать, чем вот эту слизь самую. Ладно, тут нам хватит. Вот только долго это все делается, елки-палки. Да ладно, давайте 20 соберем, все, а то что-то долго как-то они вообще разрушаются такими кирками. Конечно, если будет кирки гоблина, вот, по-моему, самую... Слинки! Блин, он его долбит нафиг, а ему пофиг. Слинки даже не шевелятся. Какой отверженный пес. Все, его убили. Эх, бедный мой слинки, бедный слинки. Я тебе не смогу прийти на помощь. Ладно, но я зато могу тебя возродить. В любой момент. Давай, нет, не хочу. Этой киркой все-таки слизь
Долбить довольно сложно. Ага, да, короче, не надо использовать никакие клавиши, просто выбираешь использовать и нажимаешь на тап, и все. Что-то я туплю на самом деле, забыл, как это все делается. Так, ну что, ищем даркбосса. Даркбосс, даркбосс. Не могу я найти даркбосса никак. Не знаю, может он где-то ниже находится, но я его вообще не вижу. Ни даркбосса, никого другого. Тут вообще никого нету. Может еще ниже. Блин, мне уже 30 уровень уже прокачался бы, что ли. Уж прямо, во. Опять эти уродики маленькие. Маленькие, большие они. Но они неприятные, конечно. Усатые такие, с усами такие. На что они похожи? Как же выразить, на что они похожи? Такие неприятные создания. Так, ну опять пошли черепки. Может, все-таки где-то будет близко Dark Boss, а хотя бы его спавн забрать. Блин, нету тут. Мне больше нафиг ничего не надо. Мне только... О, вон он! А, нет, это этот, Балгар. Балгар, это брат, двоюродный брат нашего знаменитого хозяина леса. Не самые приятные у него отношения с ними. Я помню, даже какой-то квест надо для этого выполнять, чтобы... Или восстановить... Так, это что такое? Подожди, это кто? А, ну этот вот этот черный... Гигглс. Гампа Гигглс. Так, там еще проход один есть какой-то. Оу! Чуть в море лавы не упал. Оу! Ну вот и все. Ну ладно, чё, теперь мы отправимся домой. Наконец-то уже. Я думаю, что это будет неплохо. Подумаешь, умерли, да? Так, эй, мистер, мистер Гоблин, ты где? Мистер Гоблин! Даркбосса я так не нашел, к сожалению. Ну, будем... Специально я пойду за Даркбоссом в одной из следующих серий. Обязательно я его найду. Специально вот для этого уделю этому обязательно внимание, Даркбоссу. Так, а может он на улице? Точно, вон он. Эй, мистер Гоблин! Здорово! У меня к тебе кое-что есть. Так, почему у меня нету... Так, рубин, голубые кристаллы, уголь. Что-то я тебе не принес, наверное. Наверное, я тебе что-то не принес. Паучьих зубов нету. Перо ворона нету. Конских скур. Шкур. Флорита. Да бог с тобой, мистер Гоблин. Я думал, тебе нужен будет... Что я тебе нес? Я тебе нес... Что же я тебе нес? Я тебе нес серу, тебе нужна была сера, нет? Неужели не нужна была тебе сера, мистер Гоблин? Кристаллы серы 40 ему надо было, елки-палки, тебе нужно было 40, у меня их с собой 47. Ты что-то, мистер, мистер, ты что-то гонишь мне. Вот у меня кристаллы серы есть. Кстати, это кристаллы серы, нет? Кристаллы серы. Ты что-то гонишь, мистер Гоблин? Или тебе надо все сразу, наверное, да? Ладно, тогда. Так, что будем делать? Давайте вот здесь вот поставим... Хозяин леса? Хозяин леса? Ты тоже здесь? Нет, хозяин леса. Тебе, наверное, все-таки нужно быть не здесь. Ты должен находиться в лесу, и я тебя туда же и загоню, наверное, в лес. Разрушил, что ли? А, вот он. Да. Так, вот здесь, вот ближе к входу в пещеру, я, наверное, все-таки сделаю типа какой-то защитной реакции. Нужно скелет спавнер. Так, это не тот. Скелет Dark. Нет, вот этот вот скелет нужен. Dark скелет и маг скелет. Мы, наверное, пока рисковать их ставить не будем. Так, а вы, ребят, вы, я думаю, справитесь с
Скелетон Лава. Вот у тебя имя, блин. Вот вы как раз тут и будете стоять, оберегать и пугать всех, блин, рядом находящихся. Так, вот сюда вот. Во. Вот так вот. Я думаю, вот это будет хорошее место для вас. Source of Life. Ты-то что тут делаешь, я не понимаю. Я думал, я вот этому мистеру Гоблину просто отдам серу и все, и как бы часть задания будет выполнена. Оказывается, ему надо просто сразу это все отдавать. Ладно, тогда серу сложим себе в сундук. Как, в принципе, впрочем, сложим в сундук все те спавны, которые мне пока не нужны, потому что это все-таки страшновато их ставить где попало, вот этого мага. Так, вот тебя, Source of Life. Я где-то вот здесь еще одного поставлю. Пускай он возле воды, что ли, тут. Ай-яй-яй. Чуть не пал. Будет. Вот туда вот его. О, пускай он тут. Тут лазит. Где-то. Где-то здесь. Остальное все убираем назад. Ладно, мы вернулись домой после такого темного путешествия. Я так и не нашел себе мистера босса, к сожалению. Темного дарк босса. Ну, ладно. Просто посвятим этому обязательно специальную серию, чтобы Dark Boss у нас еще встретился к нам на пути. Так, а вместо того, чтобы сделать большую клетку, как вы мне советовали из вот этих вот... Я, знаете, хочу что сделать? Найти такую пещеру огромную-огромную, и чтобы с одним входом было такое, чтобы с одной стороны был такой огромный проход. И вот этот проход абсолютно заставить вот этими... древними окнами, чтобы туда нельзя было пробраться. И как раз оно будет даже круче, чем просто клетка, клетка для дракона. Но где найти такое место, я не знаю. Там потому что надо, чтобы оно было широкое, и чтобы туда помещался дракон, чтобы он как бы не проваливался никуда. И когда я буду их убивать кучами, да, надо, чтобы мне помогали другие спавны. Я там кучу спавнов всяких, опять же, наставлю, как было в прошлых частях. Вы помните, да? Там у нас была такая два входа. Я, правда, там немножко не так сделал. Я не закрыл вот этими окнами вход. А тут где-то поблизости я сделаю обязательно. Ну вот, конечно, эта деревня Круглая гора для этого не годится. Где-то в стороне должна быть. Это я уверен, что где-то есть эта штука. Где-то поблизости даже. Можно даже походить и посмотреть. Ладно, но это мы сделаем, естественно, не сегодня. Вот цветочек я соберу. А сейчас, я думаю, можно будет вернуться уже в деревню. Чтобы не напрягаться сильно нашими переходами, перелетами. Ночка на дворе. Так что, может быть, стоит даже пойти поспать у себя дома. Кстати, мне нужно еще у своего дома сделать... еще одну кровать, потому что одной кровати все-таки мало, которая внизу деревни. В самой деревне должна быть тоже кровать стоять. Я думаю, что вот в этом доме, как раз где я как бы вроде бы обитаю, вроде бы живу, туда, наверное, надо будет это все сделать. Так, вот здесь надо будет разрыть дальше, чтобы прохода такого не было, чтобы был резкий спуск, чтобы это была действительно круглая гора со всех сторон, и чтобы не на нее приходилось забираться только вот такими вот прыжками. Можно было, ну, тут вот мы помним, что здесь у нас есть вход. Классная штука. Животные бегают где хотят, ну, потому что все-таки мало места у меня для этого загончика. Хорошо, открываем двери, эй, выходите, гости, улицу гулять, в улицу гулять. А если делать много поселенцев в городе, ну, что-то, ой, в деревне, что-то мне это не нравится. Мне что-то не хочется, чтобы у меня толпами они тут прям по этой деревне бегали. Деревенька-то маленькая у меня, не особо какая большая. Вот когда я буду, допустим, делать тот же город, да, где-то вот тут, не так далеко, чтобы она как бы, вот где-то, может, на вершине, может, где-то равнину найду, может быть. Может, в этом городе, все-таки я город буду делать где-то неподалеку. Вот, чтобы оттуда там были многоэтажки такие, и чтобы там вот уже можно было селить на каждом этаже дом и дома, и чтобы на улице там гуляли очень много
живых людей. Правда, они на машинах не умеют ездить. Но мы как бы можем построить типа машин что-то. Ну, конечно, вариантов строительства не так уж много. Кубики не делаются в половинку часто, как в Майнкрафте, да. Тут обычно либо вот такими вот кубиками, либо палками, половинками они как бы не особо делаются. Так что как получается, так получается. Я надеюсь, все вам здесь сегодня понравилось. Сегодняшнее наше путешествие продолжилось. Мы вернулись к себе обратно в деревню. Надо будет обязательно найти и сделать. Я думаю, что где-то вот установить вот эти вот спавны, вот эти вот скелетов. И вот со скелетов надо будет обязательно набрать мне несколько костей, чтобы сделать себе щит, чтобы этот щит нам поможет прибавить очень много, 200 маны, и я могу уже смогу полетать по вот этим вот воздушным островам, которые находятся там на небе. О, это что, рассвет? Нет? Нет, еще не рассвет. Так, ну вот. Давайте вот эти вот спавны спрячем сюда. Кстати, мистер Гоблин Варион, надо его тоже будет переставить, вот это вот все. Так, кристаллы серы тоже сюда берем. Это особенные кристаллы, потому что они не везде добываются. Давайте мы их спрячем вот сюда вот. Пускай они тут у нас лежат. Фух, слинки, слинки, слинки. Ты где, слинки? Слинки, ты где? Он за мной не побежал? Утро наступило. Похоже, не побежал. Но сейчас мы посмотрим, где он. Он где-то тут должен быть. Вот он. Ты чё так поворачиваешься ко мне? Ты чё за мной не бегаешь, а так просто ходишь как бы непонятно как? Ну ладно, надеюсь, серия была неплохая. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Все только начинается. Мы еще очень много тут будем строить. И много интересного, я думаю, у нас впереди еще ждет. И если мы пойдем вниз, допустим, за Dark Boss'ом, у нас будет целенаправленная серия, именно для этого посвященная. Найти Dark Boss'а, допустим, вот примерно таким вот образом. Так, цветочки. Где у меня растут цветочки? В каком огороде у меня растут цветочки? Я не помню. По-моему, где-то у Паолы, нет? Не знаю. А вот же, здесь же, да, живет Паола, по-моему. Значит, у нее здесь цветочки нет? Здесь нет цветочков. Странно, а где цветы? Цветы, где выращиваются цветы? А, тут живет, похоже, Тед. Ну, а Паола? Не знаю, тут выращиваются у нас тыквы. Фиг его знает. Ну, давай тогда, может, где-то заново. Куда-то спрятались. У меня цветы же были, блин, целая куча цветов. Я насадил же их, помню. Где у нас Паола живет? Паола у нас живет. Так, тут живет Тед, вот тут живет Паола. А, у нее, значит, тыквы, да? Ну ладно, ладно, ладно. Посадим цветочки куда-нибудь вот сюда. Вот так вот. Пускай растет один цветочек пока. Их можно, в принципе, посадить где-то вот в самой деревне. Ну, разберемся со временем. Так что на сегодня серия подошла к концу. Пока!